международном аэропорту Манав в сопровождении оркестров торжественно встретили кыргызских спасателей, которые проводили поисковые и спасательные работы по ликвидации последствий землетрясения в Турции. Министр чрезвычайной ситуации Бабек Аджикеев поздравил спасателей с благополучным возвращением и высоко оценил проделанную работу. Поступил приказ от главы государства подготовить и отправить спасателей братскому народу. У них страшная беда, и мы не могли оставаться в стороне. Мы отправили спасателей юрты и мобильный госпиталь. Конечно же, огромную работу выполнили спасатели. На помощь пострадавшим от стихийного бедствия турецкому народу из Кыргызстана были направлены 182 человека. В том числе, помимо спасателей, было 6 врачей и 5 человек, которые устанавливали юрты. Посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Дуган, присутствовавший на церемонии, подчеркнул ценность помощи спасателей и выразил благодарность. В нашей стране случилось страшное. Природа подготовила нам испытания, которые мы преодолеваем не в одиночку. Кыргызский народ стал одним из первых на помощь. Выражаю огромную благодарность от всего турецкого народа. Кыргызские спасатели более 2 недель в 2 смены в течение 12 часов выполняли поисково-спасательные работы в районах Кахраманмараш и Хатай, которые являются очагами землетрясения в Турции. Прибывшие из Кыргызстана спасатели спасли 8 живых граждан и вывезли тела 198 человек. По последним данным, число погибших в результате сильного землетрясения в Турции превысило 41 тысячу человек. Об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны. Всего в поисково-спасательных операциях было задействовано 19 436 спасателей. Рахат Батырбекова, Автанил Бактыбеков, СТВ.